Ну, надо сказать, что сейчас я перестал получать удовольствие от катания на льду. И мне бы все-таки хотелось бы, чтобы, если я допускаю какие-то ошибки в номере, чтобы они замечались судьями. То есть вот я в последней телепередаче, я ошибся. Он посадил ее на голову. Он не попал в этот джим немножко, да? Не попал. И мне все равно за технику поставили нам 6-0. Я бы все-таки хотел бы, чтобы... Ну, все-таки 5-9 бы одну получить за это. Не трогай меня. Мне кажется, это сильные соперники, яркие. Я их люблю. Да, действительно, они сильные. И я по отношению к Алене, что я считаю, что она очень спрогрессировала за время. Последние программы у них почти все, они получают почти все 12 баллов. Все это интересно, интересная игра. Господи. А я должна вот это... Лизание, не знаю. Лизание, у тебя сок течет. А что, если я ему как-то вытру? Не, надо облизать. А, не, смотри. Она так берет. Подожди, рукой, с рукой и облизывай. Ну, облежи. 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 Нет, чтобы было видно зрителю. Грубо, грубо. Чтобы было видно зрителю. Почему грубо? Пошло. Ну, честно, пошло. Мне стыдно. Ну, просто перед нашим зрителем. Катя и Егор сегодня танцуют под песню Адриано Челентано «Признание», «Конфесса». Sei un'altra donna. Ah,
Здорово. Молодцы. Вот только ссориться не надо, особенно на льду. Лед скользкий, поэтому опасный. Ну, не нравятся Кате лимоны. Что можно поделать? В следующий раз Егор обязательно купит где-нибудь на рынке апельсины или мандарины. Катя в конце танца улыбнулась. Все нормально. Ребята исполнили сегодня три очень сложных элемента. Обратили внимание, как Ксения Алферова наблюдала за тем, как танцуют Катя Гордеева и Егор Бероев. Поддержка была сложнейшая, и был выброс, и это было гениально сделано. Молодец Егор, ну и, конечно, бесстрашная Катя Гордеева, которая может выполнять такие элементы с непрофессиональным партнером. Это, наверное, высшая степень профессионализма. Вот такая спортивная смелость. Я надеюсь, что судьи понимают, что мы увидели две выдающиеся пары, два лидера ледникового периода. Предполагаю, что, возможно, ничья.